Ну все, всем привет-привет. У мамы растет помощница. Да, Вика? Вик, посмотри на маму. Скажи всем привет. Шепотом. Привет. Да, давай, давай. Все, скоро у меня обзоры будет снимать этот человек. Компания же передает право наследования детям и так далее. Ну вот, будет красота. Давай, Вика, вторую открывай. Вот так вот у меня тут работает шеф распаковки. Да, Вика, никаких игрушек тебе не пришло. Да, ничего тебе не пришло. О-хо-хо. Ну, зато девочка все распаковала. А мы с вами сейчас все посмотрим. Ну что ж, 3-2 раз поехали, как говорится. Итак, ежедневочки. Они, кстати, очень классные. Мне всегда нравились, нравятся и будут нравиться, пока не изменятся. Во-первых, каждая прокладочка в отдельной упаковочке. Очень удобно брать с собой, заворачивать предыдущие, чтобы дальше все было хорошо. А неоновый чип говорит о том, что это препятствует размножению запахов и вирусов и бактерий. В общем, такие вот хорошенькие ежедневочки. 112.88. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Божечки ты мой. 8, 9. Ну, на сайте... На старом, да, у нас с вами обновился сайт. Ну, на старом было так. Sparkling Lights. Это аромадиффузоры с артикулом 10081. Они классные. Они идут как ароматические. Обожаю просто потому, что на растительной основе. Потому что без спирта. Содержат эфирные масла. И также тут идет крутая очень технология, которая улучшает качество воздуха в квартире. И это действительно так. Поэтому вот 5 штучек. Также у меня закончились все запасники, все зубные щетки. Поэтому я заказала очень много. Мне нравится, когда у меня есть щетки. Вот сейчас, да, я, грубо говоря, заменю 4 щетки. И еще сколько-то оставлю в запаснике. Потому что мне это надо, мне это удобно. Любимая черная щетка, не поверите, чья. Моей старшей дочери, она обожает черные щетки. Никакие другие она не любит. Я люблю беленькие. Такие вот классные, упругие, очень жесткие щетки. Прям обожаю. 11747. Они идут с массажем Диосен. Хорошенькие. Зеленые у меня обычно выбирает Катюшка. Она выбирает зеленую или лиловую. Все-таки она меня переспорила. У зеленой 910-331 с угольным напылением. То есть щетина черная. Не только у черной, но в принципе и у всех. Даже у белой черная щетина. Она очень грубая. Она может понравиться не всем, к сожалению. Потому что она грубая. Люди на нее жаловались. Но мне нравится, как она все очищает. 910-332 у лиловой. Тоже с угольным напылением. Вот эти вот, кстати, силиконовые элементы по краям, они прям очень хорошо десны массируют. Приятненько так даже. Да, вот поэтому такая вот гора щеточек. Сейчас заменю и остальные щетки уберу в запасники. У нас бывает, что люди еще ночуют. И мы еще сколько раздали. Так, чек, 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 чек. Давайте посмотрим, что у нас тут на 29 тысяч. Экономия 10 тысяч. Ну, еще 23% объемной скидки за заказ. И 10% свыше 100 баллов у меня заказ. У меня в прошлом каталоге был на 1400 с чем-то. 1400 баллов, не рублей. Вот, далее, смотрите, я заказала псилиума, целую кучу малу, потому что артикул 157-64, мы прям к выпечке ПП прильнули. Она, конечно, на ореховой муке, она калорийная, но она абсолютно без сахара, без глютена. В общем, классная. Мы берем свойский мед тут у людей и пекем на псилиуме свои булочки. Вот такой вот пакетище псилиума. Не знаю даже, сколько тут штук, но реально много. Так, далее, далее. Еще один каталог, потому что я заказы делаю и под собой, и под дочкой. Еще один каталог. В этом каталоге огромное количество парфюмерных вот дарится. Вот, ребят, бизнес делается легко, просто и классно. Вот на этом, вот на этом. К вам пришли 60 человек, по 50 баллов купили. Ну, в среднем это от 2000 до 7500. Кто что выбирает, можно выбрать инфопродукт, можно выбрать полный балл, промо-балл, обучение колесо баланса, платформу Викиум, да, все что угодно. К вам приходят эти люди, 60 человек по 50 баллов, вашей первой линии, и ваша зарплата 40 тысяч рублей каждые 3 недели. 41 400, если быть очень точным. И, конечно, когда люди приходят и видят такие призы и подарки, ну, блин, ребят, они реально хотят, и они реально делают это. И потом еще идут по стартовой программе, а потом включаются еще и в бизнес. Вот и все. Наш бизнес очень простой, самый легкий, самый простой. Далее малофтилин идет.
Это очень крутая штука от всего. И нам очень нравится. Вот смотрите, я заказала 2, 4, так, 6, 7, 8 штучек. 4 у меня на заказ пойдут, а остальные нам. Да, остальные нам. Почему? Потому что я часто им пользуюсь. Особенно он как крем после бритья отлично работает. Также он отлично работает. Любые ссадины, порезы, прыщики, все что угодно. Я его перемешиваю с кислородным бальзамом. То есть капельку его, капельку того на лицо. Все раздражение проходит. Скоро, конечно же, лето, весна. Может быть, мы куда-то поедем или не поедем отдыхать. Я сейчас занялась имплантацией зубов. Господи, как это долго, как это нудно. Когда зубов так много-много не хватает. Уже много-много вставных у меня. И я, конечно, честно вам скажу, с имплантацией я, наверное, до лета тут в Кирове просижу. Просто по времени, потому что они сразу сказали, вы будете частым гостем. У вас очень много работы. В нескольких местах криво выдирали зубы, и там надо еще и десны наращивать, представляете? Ну, в общем, вот этот малофтелин, потом, значит, сигнум. Сигнумом вообще можно вот все десны все мазать, поэтому я запасаюсь. Я по многу беру, вдруг его не будет, он мне нужен. У ребенка руки обветривают, еще что-то. Старшая дочка начинает усыпаться. 22 ей года, у нее бывают всплески перед критическими днями, хотя мы с ней тут пропили все, и все равно всплеск был. К сожалению, вот, поэтому малофтелин штука классная, 709-12. В общем, он от всего, ну и вообще-то он идет как ухаживающий крем, который предотвращает появление морщин, делает лицо моложе, а потом уже все, что я перечислила. По идее, он для этого создан, но тут такой богатый состав масел, что просто не перечесть. Депантенол, мумиё, ионы цинка, ионы меди, витамин Е и F, натуральные масла макадами, жажаба, бурити, каштана, календулы, облепихи, гиалуроновая кислота, коллоидное серебро. В общем, кладезь, крем, кладезь. На него и скидок не бывает. Его и часто в наличии не бывает, да, вот понимаете? На такой крем даже скидки не нужны, как он сильно востребован. Так, дальше. Гель для профилактики засоров. Вот, закончилось у нас, мы заказали. 3 штучки, 1 не мне, 2 мне. У нас много ванн, туалет и так далее. Дальше, ребята, вот это, конечно, очень классные штуки. Во-первых, это праймер для век у меня закончился. Ну уж очень хорошо кладется косметика на него. Поэтому я прям обожаю этот праймер для век. Он мне безумно нравится. Тут вы его кладете на веки, он у вас замерзает и выравнивает, во-первых, века. Просто стирает все поры, и тени очень хорошо кладутся и так далее. Вот я прям вот дорасходовала тот последний праймер уже. Он уже как-то как будто и полосить начал, и все, потому что был открыт долго. Больше 8 месяцев он у меня был открыт, хотя 6 месяцев срок годности у него. Что он делает вообще? Во-первых, тут идет активный компонент витамина Е. Во-вторых, он обеспечивает стойкость теням. Они не скатываются и не тускнеют. Усиливает яркость теней и обеспечивает лучшую растушевку теней. Действительно так, макияж с этим премакияжем шикарен. Так, дальше. Решила обновить все, что у меня закончилось. Никак руки не доходили, а тут вот, знаете, ну нечего заказать. И я думаю, слава богу, сделаю заказ себе. А то сотни баллов бью, и все. Витамины родителям, витамины в дом, витамины мужу, а они все по полному баллу у меня. То 1000, то 1500 баллов. Я уже забыла, когда я последний раз просто 100 баллов делала. 100-200 баллов личного оборота. Так, дальше, значит, 30 мл, артикул 6524. Это у нас идет матирующий праймер для лица. Я его использую очень редко, ну, где-то вот 2-3 дня перед тоже критическими днями, когда у меня реально сильно жирнится кожа. У меня то ли гормоны прыгают, то ли что, я не понимаю. Но он меня спасает великолепно, особенно когда бывают дни фотосессий. Поэтому он у меня лежит очень подолгу. Он выравнивает лицо, он его не стягивает. Он такое ощущение, что он за ним еще и ухаживает. Так, что тут у нас вообще есть? Выравнивает, матирует рельеф кожи, убирает жирный блеск благодаря матирующей пудре. Ультралегкая сенсорная текстура мусса нежно и мягко подготавливает кожу к нанесению макияжа. Активные компоненты: матирующая пудра. Дальше идет, уменьшает выработку кожного себума и длительно матирует кожу, устраняя жирный блеск. Ну да. Да, кожа реально бархатистая, реально с матовым финишем, но она у меня очень долго лежит. Вот сейчас вживую, вот я смотрю на свою руку, и прямо вот место, где я нанесла, у меня оно резко выровнялось, понимаете, прямо резко ровное стало, прям крутое такое, и вот на лице оно действует так же. То есть я сначала наношу там, допустим, ну куда я делаю макияж, ночной дневной крем, потому что бывает, что мы куда-то вечером ходим, в какой-то ресторан, кафе, еще что-то, поэтому да. Вот, дальше, артикул 6510, это...
сыворотка праймер. Тоже очень нравится. Она для сияния кожи. Ее я, конечно, использую тоже редко. И она у меня может целый год стоять открытая. И я ее очень тоже редко использую. Вот это 3 дня в месяц, да, могу использовать. Да и то, когда я сижу все 3 дня дома, и мне надо только в магазин сходить. Понятно, я его и месяцы пропущу. Я не буду им пользоваться. Это понятно. Что тут идет? Тут идет экстракт и пептид для сияния кожи. Мгновенно гладкая сияющая кожа. Расслабляющее и успокаивающее действие. В общем, прикольная штучка, сыворотка праймер. Тоже очень нравится. Очень долго заканчивалась. То есть, если лицо, ну, извините, конечно, да, так вот, я все равно обязана это сказать, да, если лицо уже возрастное и морщинок много, она, к сожалению, их подчеркнет. Поэтому это вот сыворотка до 40 примерно. После 40 я ее уже не очень рекомендую брать. Но, конечно, есть девчонки в 40, которые делают и массаж лица, и не пропускают ни одного дня без крема, и выглядят на 30. Конечно, для них это просто шикарно. Запах нейтральный, вкусный, приятный, легкий, не бьющий в нос. Следующий – это защитный праймер для лица. Бывают дни, когда с утра до вечера у компьютера, еще и на планерках, на созвонах, на вебинарах веточных и так далее. Я сопровождаю структуру команды. У меня более 200 тысяч человек в команде. Конечно, вот недавно Райхон Абдурахмонова из Таджикистана подтвердила национальных директоров. Юлия Лилека открыла элитного директора, Олеся Шишкина открыла элитного директора. Ну и я, конечно, задумываюсь над тем, как будет выглядеть мое лицо лет через 10, если я очень часто буду сидеть у компьютера. Давайте сейчас с вами его посмотрим вместе. Такая вот красота. Он немножечко другой, не такой, как все остальные. Вот такая вот субстанция. Вы его наносите. Ну, я, конечно, выдавила. Этого мне хватит на все лицо и всю шею. И он уже идет как защитный, видите, белесый такой, потому что защитный идет. Что мне в нем нравится, он все функции, которые нужно, он все же выполняет. И выполняет на отлично. Он идет SPF 20, во-первых. Во-вторых, он подготавливает кожу для нанесения макияжа. То есть макияж поверх него вообще идеально кладется, ложится. Гелевая тающая текстура. Но я еще увлажняющий крем под него кладу, ребят. Увлажняющий крем, мне кажется, штука очень важная. И обеспечивает 5-ступенчатую защиту кожи от негативных факторов. Вот от тех факторов, которые тут указаны. От мониторов, от Wi-Fi и так далее. Конечно, я им пользуюсь. Тут не указано, что он увлажняющий, поэтому я, конечно, пользуюсь им, получается, на увлажняющий крем. Очень удобный тюбик, его можно ставить. Мне очень нравятся тюбики, которые стоят. Не знаю почему, но очень прям нравится. И он впитывается, кстати, вот все они впитываются мгновенно и сразу преображают кожу. Даже видно, что она уже стала ровнее, светлее. Вот эти вот поры, да, откуда должны волосики вообще, по идее, расти, тут их не видно. Тут их уже не видно. Получается вообще красота. Это у нас идет фиксатор макияжа. Артикул 6513. Незаменимая штука лично для меня, потому что много бывает у меня не только вебинаров, где я могу, в принципе, если что-то заметила, отключить камеру, продолжать говорить и быстренько уделаться во время разговора. Но еще и во время мероприятий живых, во время живых встреч, во время, там, не знаю, ну вот даже на это же 8 марта мы пойдем в кафе, в ресторан и так далее. Я себя знаю. Я человек полный и я потный человек. И мне это надо. Что он содержит? Протеины шелка, ниацинамид и цинк ПСА. Получается стойкий макияж без эффекта липкости и жирного блеска на весь день. Спрей идет на водной основе, наносится легкой дымкой, быстро высыхает. Его нельзя так вот пшикать близко к лицу, его нужно пшикать издалека. Видите, такой вот он аккуратненький, хорошенький, маленький. Можно брать с собой в поездки, даже в сумочку. Он идет 50 мл, в самолет подойдет. Вот сначала пропшикайте, чтобы крупные капли улетели, потому что они нам с вами не нужны. А потом вот так вот издалека наносите. И он еще идет очень вкусно, чем-то парфюмирован. Сладкий такой, сладкая свежесть какая-то идет, очень приятная. Напоминает аромат вот этого нового геля для душа, кварцевого у нас с вами, да, вот именно его напоминает. И также он уменьшает жирность кожи. В некоторые дни мне это сильно надо, поэтому фиксатор я тоже заказала обязательно. Последнее, что у меня в этой коробочке, это увлажняющая сыворотка праймер. Ей я пользуюсь чаще всего. Прямо чаще всего. Что тут идет в составе? Тут идет и гиалуроновая кислота, которая, в принципе, нам с вами всем нужна. И она дает мгновенную свежесть, длительное увлажнение, выравнивает и разглаживает кожу. И легкая гелевая текстура, быстро сохнет, не липнет. И вдобавок ко всему, он удобный, стеклянный, в пипеточке, смотрится очень красиво. Дарить его одно удовольствие. Говорит, что это премакияж. Перед тем, как наносить тональный крем, наноси его. И прям сказка. Прям сказка. Видите, как он хорошенький, красивенький. Его прям приятно держать в руках. Очень хорошенький. Давайте с вами будем его открывать. Вот такая красота.
одной пипеточки, вот такой, даже не полный, хватает на все лицо и всю шею. Он такой склизенький, он так хорошо быстро разносится, что прям обалдеть не встать. И сразу видно эффект, где палец морщинистый, где нет. Я думаю, кидается в глаза. Вот такие вот чудеса на виражах в компании Faberlic есть. Вот такая вот красота. Поехали, вторая коробочка. Она заказывала носочков. Но до чего они клевые, классные, мимимишные. До чего они мне понравились. Поэтому размер 36-38 я заказала еще раз. Напомню, как они выглядят. Долго заостряться на них не буду. То есть такими вот хорошенькими сердечками. Нежненькие. Вот это сразу моей Екатерине Андреевне. Потому что она обожает лиловые цвета, лиловые тоны. А мне что-то потеплее хочется. Да, что-то бежевое, что-то потеплее. К сожалению, я недавно узнала, что носки дарить нельзя. Хотела мамульке подарить. Дала просто так. Говорю, мам, тебе носочки. Ой, спасибо за подарок. Я говорю, это не подарок. Да, не знаю по каким причинам, но носки дарить нельзя. А, вот эти артикулы мне сказала. Это 36-38, артикул 820-615. 820-615 мне, конечно, больше нравится. Но Катюшке больше нравятся те. Прихватки я уже вам показывала. Артикул 910-445. Это на 8 марта кое-кому. Не буду говорить кому. Да и ролик выйдет после 8 марта уже. Дальше кухонное полотенце 910-443. Далее фартук, коллекция «Солнечный лук», артикул 910-444. Опять-таки нормальная, классная, полноценная простынь, артикул 910-446. Вот, ну и пойдемте с вами по скидкам. Так, по скидкам, по скидкам. Скидка у меня была одна. Это звездные патчи гидрогелевые, мультифункциональные патчи. Я про них очень подробно рассказывала в своих пустых баночках. Повторюсь, что клевые, классные, очень хорошо разглаживают мимику. Артикул 0948. Их тут 60 штук. Запаха практически нет никакого. Так, ну и красота. О, это впервые у меня на канале. Я думала, они будут какие-то маленькие, неудобные. Но, ребят, вот эта красота. Ну, вообще... Просто отпад. Мне кажется, пить тоже должно быть удобно. Я надеюсь, что будет удобно. Жалко, что их больше в наличии нет. Такой отпад хочется дарить, потому что это, я так понимаю, чистый фарфор, да? Ну-ка, давайте посмотрим с вами состав. Так, 910-429. И если они будут, я их закажу штук по 15. Всех штук по 15. Хочу накрывать так стол. Хочу радовать гостей. Я очень гостеприимная, поэтому гостей я радовать обожаю такой красотой. Значит, набор из кружки и блюда. Сердце розовый. Материал фарфор, ребята. Да, фарфор. 250 мл. Нормальные кружки. Размер кружки 9×13×6,5. Размер блюдца 11 см. Артикул 910-429. Вот только они появятся, я сразу закажу. Ну, вообще красота. Я не могу. Я обожаю такие вещи, а я обожаю их заказывать дома. То, что они появились в компании Faberlic, вот эти вот мимимишечки, да, как говорится, это просто великолепно. Так, ну и блюдечко. Давайте посмотрим блюдечко. А, отпад. Я не могу, я растаяла просто. Это просто, это божественно, это красота. Самая, наверное, красивая красота, которую я встречала вообще, да, в компании Faberlic. Так, тут у нас что? А, тут та же самая кружка получается. Вот, ну, я говорю, я набрала, так набрала, да, то есть это все кружечки, поэтому перебирать мы их не будем. Вот, это у меня на подарочек тем людям, которых я люблю. Понятно, что сердечки, то бишь кому раздаривать, я не собираюсь. Я сердечки дарю только тем, кто мне дорог, то есть мамульки, девочки, мой коллектив, любимый, дорогой, который работает у меня дома и так далее. Еще на завтра тортик заказали. Так, дальше. Дальше это уже следующий заказ, 35 тысяч, вот он вышел у меня, 35 тысяч рублей, скидка 14 тысяч. То есть по цене каталога у меня вышло 46 тысяч рублей. Ну, вы представляете, 46 тысяч рублей. Скинули 14 тысяч. Это скидка 26%. Так, 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 так. 53% белка, антиоксиданты, минералы, коллаген, клоактив, который сжигает жир, и пищевые волокна. Это все наш коктейль с артикулом 156.50. Беру его с 70% скидкой и кайфую, ребят. Вот действительно. Дальше. С 70% скидкой. Опять-таки, думала, что взять. Что-то там для золотых випов в разделе. Все, что есть... У меня уже все это есть. Я опять-таки взяла трусики мужу. Артикул 834-685, поэтому будьте випами. Мы скоро будем обновлять чат с вип-консультантами в моей структуре, в моей команде. И Антон там собирается проводить раз в 3 дня планерки по запуску контекстной рекламы. И как бы, да, вот очень хорошо. Господи, еще один каталог. Мама дорогая, вот столько каталогов онлайнщиков вообще не надо.
Да, забыла удалить. Так, очень рекомендую вам такой вот, ну, если, конечно, любите мятный ананас. Мне сносно. Пинеапл. Да, ананас. Вот, сложно немцам читать английский язык. Я в школе немецкий учила. Артикул 18.13. Очищающая пенка для полости рта. То есть, такая классная пенка. Вы ее наносите вот так вот в рот. Рот прополоскали. И все, и выплюнули. После любой еды, на любом форуме, после самолета там, да, вы покушали, в самолете вы покушали. Вот я порой иду после еды в самолете, когда вот, допустим, перелет 5 часов, 6 часов, все равно в туалет ходишь. И вот эта пенка у меня всегда с собой. И причем она мне нравится тем, что 50 мл в самолет можно. И я сразу же прополоскала рот, я спокойно засыпаю потом. После обеда в самолете что можно делать? Только спать. Так, далее еще пошли подарочки, как вы видите. Дарю то, что обожаю сама. Девочки всегда довольны. Далее взяла хлорену спирулину, 200 таблеточек. Это водоросли, получаются очень полезные штуки для нашего организма. Я их пью сейчас, на данный момент, перемешку со всем, что у меня есть. 5 штук утром и 5 штук вечером. Дочка у меня, Викутория Антоновна, которой 9 лет, пьет 3 штучки. Пьем мы за полчаса до еды их. То есть это очень полезно, поэтому у нас по 20 штук в день уходит. Только на меня и Антона. Если смотреть, что еще дочка пьет, это 30 штук в день. И Виктория пьет, это 33 штуки в день. Мы выпиваем, и я считаю это нужным и важным. Дальше, дальше, дальше. Особенно для тех, кто мало зелени кушает, да. Все мы с вами знаем, что зелень это как раз таки то, что толкает все по кишечнику и настраивает на хороший лад пристальтику кишечника. Вот, поэтому нужно обязательно кушать много зелени. Но тот, кто ест зелени мало, как мы, себя не ругайте, пейте хлореллу спирулину хотя бы. Так, дальше. Это было у меня недовложение, у меня баллы пошли минусом. Я заказывала по купонам за 1100, по-моему, рублей по какой-то скидке. Так он стоит 1800. Но я, конечно, расстроилась, что он мне не пришел. И вуаля! Захожу я через неделю делать заказ, смотрю, сноска в личном кабинете по старым ценам. Думаю, ого, захожу, а там этот кардио по той же самой цене, по которой я заказывала. То есть не за 1800, а вот по той, то ли 1100, то ли 1300, не помню, по купонам они сколько были. А кто брал витамины по купонам, напомните, пожалуйста. Вот, поэтому еще карточки «Твой бонус» я не активировала, а уже, вы представляете, уже еще купоны мне приходят. Ну, кардио у меня врач в основном маме прописала, у нее идет сейчас сердечная недостаточность. Нам в мае исполняется 76 лет, у нее порок сердца, она в детстве переболела очень сильной пневмонией, еле выжила, ей было 6 или 7 лет, сейчас ей 76. В общем, 70 лет назад мама переболела. И всю жизнь, вот, хотя она троих детей родила, все здоровы, все хорошо, я последняя. Меня она родила уже в 38 лет. И сейчас вот ей мой врач прописала вот этот кардио пить. Но так как одна штучка только была недовложение, я забирала 9 баночек, она его пила все это время. Сейчас вот ей эту девятую отдам. 156.84, божечки, как мелко. Меня вот не устраивает, что так мелко. Ну ладно, дальше, дальше, дальше. Тут идут иммуномодуляторы, нейропротекторы. О них я вам уже много рассказывала. Они очень сильно нужны. Скажу так. Был форум. Мы все заболели. Все вообще, все до единого. И я начала пить иммуномодулятор, как мне посоветовали, в чате чистоты. Я думаю, там вы все уже есть. Потому что я вам в предыдущем видео ссылочку давала, скидывала. Но кого еще там нету, я вам скину ссылочку. Пишите в комментариях под видео, я вам вышлю, кому нужно. И вот как раз вот этот иммуномодулятор мне сказали, пей по 2 штуки 3 раза в день. И больше, говорит, ничего не надо. Ну, я, конечно, и живицу пила. И я знаю, что когда человек болеет, D3 можно целый день пить. Даже 5 штук с утра и 5 штук в обед, если человек заболел. На ночь его не надо пить. D3, ну, которого 2000 у нас, потому что он, получается, дает много энергии. Его не надо на ночь пить, а то не уснете. Вот, и я этот иммуномодулятор, живицу, вот эту хлореллу спирулину, омегу и еще вот этот D3. Слушайте, ребят, у меня 37 с небольшим была один день и прошла. Тот, кто это все не пил, они, как положено, стабильно неделю-полторы температурили, болели, кашляли, сопли, у них что попало. А я еще сигнумом мазала горло, миндалины за ушами, нос и так далее. И ко мне насморк не пришел, вообще нисколько не пришел. И я теперь 100% уверена, что это все благодаря БАДам. Без единой таблетки за один день выздороветь, блин, ребят, ну это не хухры-мухры. Поэтому берите, покупайте, будьте здоровы и посоветуйтесь со своими врачами. Вот это, именно этот иммуномодулятор, он реально крутой. Так, значит, иммуномодуляторов я заказала тут побольше, потому что я отправлю свекрови, свекру, маме, папе. Да, то есть каждому по 2 баночки, 2, 4, 6. Так, вот это на 4 человек получается.
на 5 человек. Вот у меня откуда и 1000 баллы. Потому что с этими БАДами по-другому не получается. На 7 человек. Вот как раз. Так, дальше нейропротектор. Мой врач сказал, что очень классный состав. И мы с Викусей пьем по 1 штучке 2 раза в день. И мамулечка моя, да, которой 76 лет, именно моя, не свекровь. У нее другая проблема, у нее сахарный диабет. А вот мамулечка моя со своим сердцем, вот этот нейропротектор пьет по 1 штучке 2 раза в день. Пьет его после завтрака и после обеда. Можно пить во время завтрака и во время обеда. Поэтому я еще это заказала ей. И сама пью. И моя Виктория Антоновна также пьет. Моя мамуля и моя Викуська, 9-леточка, тоже пьет. На мозги влияет отлично. Также мой врач дала своим детям и говорит, ясность взгляда появилась. У нее второй малыш тоже немножечко аутист, но он все соображает. Она его вытянула, она умница. Поэтому я набрала, пока оно есть. Был сбой сайта, чистоты не было несколько дней. И я с радостью отметила, что ха-ха-ха, я-то набрала. А я-то успела. Ну и остеопротектор, тоже очень крутая штука. Так, погодите, нейропротектор. Но это уже не первая необходимость, поэтому я взяла реально меньше. Так, Signum 15. Где ж у тебя артикул? Угу, 90 капсул по 300 миллиграмм. Так, пептид-комплекс, уникальное симбиоз, сочетание натуральных алтайских компонентов для сохранения здоровья нервной системы. А, вот, 158-29 артикул. 158-29. И остеопротектор. Смотрите, он содержит пептид-комплекс Signum 13, а также уникальное синергетическое сочетание натуральных компонентов для сохранения здоровья опорно-двигательной системы. В составе тут входит именно вот этот пептид, сабельник, пчелиный яд, витамин Е, кедровое масло, масло грецкое. В общем, круто. Живица кедровая. Очень хороший состав, но понятно, что во главе стоит Signum. Signum в плане пептида. Да, пептиды дешевые никогда не были. Одна баночка стоит 3300 рублей по моей цене с 26% скидкой, потому что я каждый каталог делаю более 50 баллов. Артикул 158-27. В общем, набрала всем своим любимым, дорогим. Так, себя тоже не забываю. Значит, и вот у меня получилось 62 тысячи. Так, тут пакеты, гель смузи, масло кедровое пищевое с пищевыми добавками, масло Signum. Вот они, видите, Signum'ы. Хорошие очень скидочки идут. Шикарно, просто шикарно. Так, далее поехали. Пакеты, конечно же, взяла. Так, большущие, очень большущие пакеты. 781-124. Такой вот величины пакетики под какие-то подарочки. Тоже шикарно, мне нравится. Я вот такими пакетами я и дарю здоровыми всегда продукцию. 781-120. Так, далее, значит, получается 781-122. Это золотая середина, как я их называю. Потом кошечки, пакетики кошечки. Ну, такие мимимишные, я не могу. 781-202. Вот завтра буду все сидеть, паковать, всем подарки дарить. Ну, и такие вот типа бьюти-кафе, но тут ничего не подписано, они как будто бы безымянные, поэтому можно дарить все, что захочешь в них. Артикул 781-204, просто подписано Faberlic, будет лучше. И все, больше ничего нет. Ну, и далее. А далее у меня, как вы видите уже, да, это я по распродаже нахапала, потому что... Так, а это еще один нейропротектор, потому что мне все это надо. Во-первых, я обожаю такой вот гель-смузи для душа с ароматом ревеня. Я просто его обожаю. Артикул 2457. Он был в распродаже, скорее всего, он мало кому зашел. Потому что я некоторым говорю, как я хочу ревень. И они говорят, а что это? А то есть люди даже не знают, они даже не понимают. А я этот ревень раньше чистила в огороде и ела. И это аромат моего детства. Вот видите как. Потом, значит, в распродажу вышли дезодорант для интимной гигиены. А я его очень люблю, поэтому взяла прям 3 штуки. Мне их сейчас на очень долго хватит. Артикул 162.8. 16-28. Он очень хорошо перебивает все запахи, все ароматы. Неважно, сколько часов вы в дороге. И что с вами произошло, и как вы сильно вспотели, пока таскали эти сумки. И по распродаже была вот эта маска. Она мне тоже очень нравится. К сожалению, дочке одной маски на 2 раза хватает. Мне сейчас тоже на 2 раза. Я волосы опять нарастила. И поэтому так. 24-81. Дальше дочка у меня. И я тоже очень люблю вот эту штуку. И она тоже была по распродаже. И я все хотела заказать, но забывала. Вот в распродажу зашла и увидела. 64-85. Это очень классный блеск. Очень у меня его любит младшая дочка. Ого, как он заклеен. Ну, это такие прям шикарные блески. Ну, скорее всего, раз это все в распродаже, значит, оно, ну, как бы не зашло. Но у нас, конечно, самая лучшая линейка – это эксперт. С экспертом вообще никто не потягается. Ну, я имею в виду в плане ухода за волосами. Это вообще очень крутая линейка. Да, вот видите, такие вот блески.
с ними классно делать макияж, их классно наносить. У меня Вика в Новый год все на себя измазала. И потом она показала это девочкам. И, в общем, у меня было 4 штучки таких вот. И все, 4 штучек нет, они ушли. Ну и еще гель для душа. Вот, поэтому, если он исчезнет, у меня будет чем мыться. Кстати, им кроме меня никто не моется. Красота. Ну все, мои дорогие, с вами была Конова Аня, проект Фаберлик Онлайн. До встречи с вами в новых видео.